Привет! Сегодня у меня будет народное лечение при мастите. Естественно, комплексное лечение. Обязательно все назначения врача и народная терапия. Нам сегодня поможет волшебная трава мокрица. Или ее еще называют звездчатка. Данная трава произрастает практически везде. Во дворах, особенно в селе, дальше в посадке ее просто завались. Естественно, ее нужно собирать подальше от городов и от дорог. Ну и, конечно, от промышленных предприятий. Данное растение произрастает с начала мая по конец октября. Поэтому данный период довольно длительный. Что нужно делать? Лечение, в принципе, довольно простое. Необходимо ежедневно собирать данное растение, мыть его, подсушивать немножечко, не более получаса, и делать с него кашицу. То есть необходимо на блендере, на чистейшем блендере или на подобном приборе перемалывать данную траву в кашицу. Чтобы там было типа как пюре и сок. Дальше берем стерильную марлю, складываем ее в 10 слоев, пропитываем все этим соком, который вы собрали, сок и сверху вот эта кашица. Пропитываем сначала соком и потом разлаживаем эту кашицу на марлю. Далее обкладываем этой марлей свою грудь. Берем какой-то технический бюстгальтер, все это обкладываем, надеваем бюстгальтер и ходим с данным компрессом. Первый сеанс полчаса, в этот же день, во второй половине дня, еще раз опять готовим свежую массу, опять раскладываем, опять прикладываем уже на 40 минут. Итак, 2-3 раза в день, примерно по 40 минут, ставим себе дополнительно такой компресс. После того, как закончилось время компресса, снимаем все. Вытирать ничего не нужно. Дальше данная смесь, которая уже вошла в поры, работает. Примерно через 2-3 часа можно осторожно протереть грудь чистой водой. Также у меня есть еще несколько, буквально один или два видео про лечение народное этой напасти. Обязательно их посмотрите. Сейчас они будут в конце этого видео. А также в описании. Вот и все. Будьте здоровы. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня будут ваши лайки, ваши комментарии и ваши улыбки, ваше здоровье. Будьте счастливы, будьте здоровы. До новых встреч на моем канале и встретимся еще.